Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Xplay, Xplay Joy. Данный смартфон обладает 4-дюймовым дисплеем, является двухсимочным. Давайте посмотрим, что он из себя представляет и что входит в его комплектацию. Так, сам смартфон. Батарейка емкостью 1450 мАч. Зарядное устройство с выходом USB током зарядки пол ампера. Кабель микро-USB. Краткая инструкция. А также по совместительству гарантийный талон. И визитка Xplay. Сам смартфон стандартный форм-фактор моноблок, обладает 4-дюймовым дисплеем, фронтальной камерой 0,3 мегапикселя, 3 сенсорные клавиши, сверху решетка динамика слухового, справа 2 клавиши качеля громкости, слева разъем микро-USB. Сверху у нас разъем 3,5 и кнопка включения, снизу микрофон. Телефон в руке очень приятно держать, так как это софт-пластик, приятный на ощупь, не скользит и плохо остаются отпечатки пальцев. За телефона находится основная камера 3-мегапиксельная со вспышкой и выход динамика. В левом верхнем углу есть выемка, которая позволяет нам снять заднюю крышку и представляет нам доступ к двум слотам сим-карт обычного образца и слот карт памяти microSD до 32 гигабайт. Вставляем. Собран телефон добротно, в руке лежит хорошо, не скользит, одной рукой вполне легко управлять, ничего не скрипит, выглядит монолитно. Мы его включаем. Толщину аппарат 11,9 мм, в ширину 64,3, в высоту 125,4. Компактный, удобный. В данном аппарате представлена система Яндекс.Кит. Это Android. Здесь интегрированы в основном Яндекс.Сервисы. Как мы видим, на рабочем столе изначально уже представлен сервис Яндекс, поиск, Яндекс.Карты, Яндекс.Стор, музыка, также несколько игр, настройки, медиа. В быстром доступе здесь, как обычно, в Андроиде, владелец, режим полета, процент батарейки, беспроводные сети Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передача данных, график передачи данных, также профили звука, настройка яркости, можно автоматически, либо вручную. И таймер отключения, автоповорот. В настройках здесь также более-менее стандартно. Есть также отдельный пункт инструкции. И мы с вами посмотрим память. Здесь встроено 4 гигабайта, доступно 1.27, два раздела. Из них один системный, другой для приложений. Соответственно, как мы видим, в системном доступно около 900 мегабайт. Если места будет не хватать, то слот карты microSD можно ставить карточку, и это позволит изрядно расширить память до 32 гигабайт. Также посмотрим Android. Здесь версия Android 4.2.2. Предустановлено здесь Adobe Reader есть, также Change Your Voice, игры, Get Taxi, Яндекс браузер, диктофон. К сожалению, здесь предустановленных Play Market нет, но, как выяснилось, мне достаточно легко это получилось сделать и установить программы, которые существуют на Play Market. В частности, я установил YouTube, Subway Surface, а также Antutu Benchmark и Multitouch.
В данном аппарате также есть радио, в принципе, полноценный Android. Также представлен файл менеджер, который позволит вам посмотреть, что где скачано. Также представлена программа связной travel. Телефон на нажатие реагирует шустро. В быстром доступе идет доступ к Яндексу, поиску и погода. Что тоже достаточно удобно. Одним движением мы можем набрать что-либо, когда нам что-либо нужно найти и посмотреть погоду. Посмотрим, как работает Яндекс.Браузер. В принципе, достаточно шустро. Первое включение он оптимизирует под интернет-соединение, после чего достаточно шустро все открывает. Ну, конечно, все зависит от, безусловно, от скорости интернета. Ну, как мы видим, никаких проблем. Вот он отображает наш сайт. Всплывает анимация. Вот я выбрал чехлы. Потому что интернет-серфер здесь очень, серфинг очень удобный, быстрый. Также может проигрывать клипы, как мы видим на сайте. Как видим, вполне реально посмотреть даже на обзор, допустим, на сайте. При этом всем, что телефон всего лишь двухъядерный процессор MediaTek, установлен MT6572 с частотой 1300 МГц, видеопроцессор Mali 400MP и 512 оперативной памяти. Тем не менее, он вполне справляется с поставленными задачами. Может быть, не так быстро, но тем не менее, вполне можно полазить, посерфить, скажем так, или что-либо посмотреть в онлайне. Посмотрим, как будет работать YouTube. Заодно проверим углы обзора и яркость, контрастность дисплея. Поезд также моментальный. Всем привет! Мой ник The Master. Я люблю поиграть в разные игрушки, такие как Майнкрафт, хорроры. Сразу выставим разрешение максимальное. Итак, что мы видим? В принципе, качество разрешения здесь неплохое, 480 на 800, цветопередача неплохая, но, к сожалению, экран обладает низкими углами обзора. То есть при небольшом достаточном угле идет затемнение картинки и плохо видно очертания предметов, а также объектов. Уже если смотреть на него прямо, то, в принципе, все отлично. Если же мы немножечко его каким-либо углом поворачиваем, то это приводит, к сожалению, к искажению картинки цветов, в частности. Это легко видно. Но так, в принципе, яркость неплохая. Цветопередача тоже достаточно насыщенная. Посмотрим, как здесь со звуком дела обстоят. Итак, громкость здесь вполне достаточная, слышно хорошо. Ну, на большой громкости, конечно, где-то искажение высоких частот в сторону. Ну, в принципе, очень даже неплохо. Давайте посмотрим, как здесь
работает камера. Камера основная 3 мегапикселя со вспышкой. Посмотрим, что в настройках. Итак, это местоположение, экспозиция, цветовой эффект, режим съемки, обычная ночь, баланс белого, подавление мерцания. В самом фото поиск лиц, автоспуск, непрерывная съемка 40-99 снимков, размер фото максимально 3 мегапикселя и режим съемки на весь экран. Из видео функции это микрофон, включение, режим аудио, замедление и качество видео. Также здесь есть автоматическая съемка при умножении улыбки, панорамный снимок. Давайте посмотрим коробку. Автофокуса здесь нет. Фотка достаточно быстро, но, к сожалению, потому что нет автофокуса, идет размытая картинка. То есть макросъемка здесь, конечно, получается не самым лучшим образом. Как мы видим, расплывчатые линии. Цифры плохо читаемые. Но тем не менее, для 3 мегапикселей очень неплохо. Но это в основном рассчитано, конечно, на пейзаж и портретную съемку. Фото лиц там, допустим, людей. Лишь как макро здесь, конечно, не особо подходит. Так, далее посмотрим, сколько поддерживает касаний дисплей. 5 касаний, что ж, очень неплохо. Посмотрим, что покажет нам Antutu. Я предварительно его проводил. Он показал нам 10989. Тоже для этого аппарата вполне неплохо. Посмотрим еще раз технические характеристики. Итак, Android 4.2.2. Процессор MediaTek MT6572. С графическим ускорителем Mali 400MP. Камера 3-мегапиксельная. 512 оперативной памяти, 2 жесткие диска на 2 раздела, системный и для мультимедии поровну. Процессор двухъядерный 1300 МГц. Плотность пикселей 240 на дюйм, разрешение 480 на 800, 5-пальцевый мультитач. Фронтальная камера 0,3 МП. Из датчиков здесь есть G-сенсор. Приближение, освещение, компас, даже гироскоп. Линейное ускорение и приближение. В принципе, по тесту для данного аппарата это очень неплохо. Сказал бы даже прекрасно. Давайте посмотрим, как будут вести аппарация на свой Surface. Посмотрим, как будет обрабатывать нажатие дисплей, как будет передвигаться персонаж. Также на общую красочность. Яркость дисплея достаточно хорошая. Видно сразу по заставке. Напомню, она сейчас стоит максимум яркости. Делаем потише. Так, сразу видно, что максимально, как может графический ускоритель, сглаживает картинку, но тем не менее есть небольшие, скажем, огрехи в графической части, хотя это не такая красочная игра со спецэффектами, но тем не менее некоторые непрорисовки видно. Персонаж хорошо реагирует на нажатие. Я бы сказал, моментально, никаких замен здесь нет. Никаких проблем с управлением персонажем не возникает. Так что, в принципе, здесь дисплеем все хорошо в плане чувствительности, отзыв и нажатия. Спокойно играет, игра не подвисает.
Итак, мы с вами посмотрели на XplayJoy. Впечатления очень неплохие. Рабочая лошадка, двухсимочная, с прекрасным матовым пластиком. Софт-пластик, очень приятный на ощупь. Достаточно производительный для двухъядерной модели. Ну, из недостатков, что здесь можно отметить, это, конечно же, небольшой угол обзора дисплея и достаточно маленький аккумулятор 1450 мАч. Для двухсимочного это, конечно, на мой взгляд, маловато. Но при этом из плюсов он компактный, удобно держать в руке, он не скользит, одной рукой легко пользоваться. Здесь есть все сервисы, которые актуальны для нас. Здесь и Яндекс, и карты, и киноафиши, и метро, и Яндекс.Диск, приостановленные сервисы. Также здесь есть диктофон и радио, и возможно поиграть в игры, скажем так. Есть также и навигатор, здесь полностью поддержка GPS, рабочая машина в интересном, на мой взгляд, приятном дизайне. Не тяжелые, 139 грамм всего с аккумулятором. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.